Карп, тушеный в пиве. Филе карпа нарезать порционно, залить пивом. Чеснок нарезать пластинами. Гвоздику, зиру, тмин и горошины перца растолочь и с чесноком добавить к пиву, посолить. Рыбу накрыть пленкой и мариновать 30 минут. Лук и морковь нарезать в произвольной форме, а баклажаны – брусочками. Рыбу обсушить салфетками, маринад сохранить. Стейки карпа обвалять в муке, обжарить рыбу на сливочном масле с обеих сторон по 2 минуты. Отдельно пассеровать овощи 5 минут. Рыбу выложить на овощи, влить 100 мл маринада, накрыть крышкой, тушить 15 минут.